А теперь о новостях спорта. Жаркие футбольные баталии развернулись на стадионе «Беломорец». Там прошел турнир болельщиков. 30-й по счету он собрал на стадионе представителей 6 команд. По итогам турнира футбольные болельщики «Строитель авто» обыграли коллег из «Сатурна» со счетом 1-0. «Дружба» забила ворота «Атланта» 4 гола, в свои получила 1. Самый высокий результат игры показали футболисты «Спектра». Они выиграли у команды «Буфон» со счетом 7-1. Следующий матч футбольные болельщики проведут в понедельник в 18:40 на стадионе «Энергия». Встретится «Энергия-СКАТ», «Динамо-Алмаз», «Беломорс» играет с «Экспрессом».